Делай движение. Куда ты между ног? Держание сбоку. Держишь? Что ты руку у него? Делай ему движение. Приготовился. Как он? Ходить на тренировки надо. Готовы? Хорошо, все будет. Молодец. Ну, что я тебе говорю? Переворачивай белое бедро. Назад. Держи сами его. Матвей! Время, стали заправились. Стали заправились. Андрюша, перейди к нему, а ты перейди к Кателине. Кателина, сюда, пожалуйста. Пожалуйста, сюда. Сюда выходите четыре марта ваши. Миша, если ты сильнее его, ложись на спину и позащищайся немножко, уходи, понимаешь? Вот когда играешь в футбол, да, если одна команда слабая, другая сильная, играть неинтересно. Что делается? Переходят игроки, правильно? Сильные туда, слабые сюда, чтобы ровно было. А если сильные не хотят, они, значит, вот слабых 5 человек, а сильных 3 человека, играют 5 на 3. Да, тоже интересно. А ты лежишь на нем? Что на нем лежать? Что интересно? Возьми, пусть он тебе делает удержание, ты будешь уходить и дальше работать. То же самое, Макс. Приготовились, сели на колени. Одна минута. Чемпионат Европы. Хаджи! Смотрим. Кто чемпион Европы? Удержание, болевой, удушающий. Уже не сопротивляйся, лишь одна минута, вперед, вперед, вперед. Кто выиграет? Осталось 40 секунд. Победителя нет. Макс, морду набьет. За ковром не боремся. Не вижу. 30 секунд осталось. За шею двумя руками не бери. Переворачивай. Делал. Все, сидел, бегает. Стоп! Не двигаться! Не двигаться! Что ты между ног находишь? Значит, у вас победителя нет. Здесь Макс выиграл, он становится чемпионом Европы. У вас тоже победителя нет. У вас победителя нет. Максим делает удержание. Вот еще один победитель. Максим и Максим. Молодцы, Максим и Матэ. Сели, приготовились. Все приготовились, Максим, в борьбе. А теперь я вам покажу один прием. Быстренько, иди сюда, Артур. Артур, быстренько иди сюда. Посмотрите. Артур садится на колени. Берет меня сверху за туловище. Берет за туловище, берет, да? За туловище. Я выхожу или в удержание делаю, или болевой метод. Все. Еще раз. Если ты борешься, то ты не падаешь. Посмотрите дальше, не падаешь. Оставайся на коленях, руки оставь. Видите? Раз, раз. Что я делаю? Болевой. Поэтому за туловище со стороны брать опасно. Ты любишь за туловище брать? Вот болевой, нет проблем. Я даже могу под дурачка сыграть. Ой-ой, ты раз за туловище, ты как хоп, и болевой. В любую сторону. Готовы? Европа! Сколько секунд? Держи, держи. Thank you.
держать, Саша, ручку, ручку держи, ближнюю, 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 а сам на колени садись, ближнюю ручку держи на колени. Стопки мне нельзя. Макс, чемпион Европы, Шендер, чемпион Европы. Да, чемпион Европы, встали, заправились. Да, да, Даниэль, Кристиан, еще раз, не можешь выиграть, не дай ему выиграть, защищайся. Ну это как, уперся здесь, да, постарайся, ну, то есть уйди в партер, иди в низкий партер, головой к нему, не лезь в борьбу. Итак, чемпионат мира. Готов, Сашенька? Теперь! Сразу в низкий партер. Уходи на живот, Кристиан. Ту-пузо. Раз и все. Я же ногой попал. Через себя, через грудь его. Шенли. Не двигаемся. Макс сказал, не двигаемся. И тебе сказал, не двигаемся. Ты отпустил. Сядь на колени. Сядь на колени, отпусти его. Отпусти его. Почему? Потому что я сказал, стоп. Так. Макс, слушай. Сказали, стоп. Не двигаться. Раз ты двигаешься, тебе замечание шида. Значит так, здесь ничего нет, там хорошо, молодец, волевого еще нет. Артур выиграл, ну что он делал удержание, я видел. Здесь Максим выиграл. Ускочил, блин. Сказал сидеть, значит сидеть. Я что, зря стою что ли? Здесь ничего нет. Это не удержание, ты лежишь на спине, то есть он... Спорить он ходит. Еще раз я вам говорю, тренер не спорит, блин. Как сказал, так и есть. Любите ли поспорить, блин? А потом все равно, как я скажу, так и получается, блин. Так, чемпионат мира прошел, последние Олимпийские игры. Пожалуйста, Сашенька, перейдите туда дальше. Ну, здесь я даю так. Даю 3 минуты. Если ничего не будет, значит ничего не будет. Кто выиграл? Просто все это Александр Анатольевич. Я выиграл. И садитесь, все, отдыхаете. Я тут сейчас поставлю, Вот смотрите. Что значит поставлю? Можно удержание, если... Нет, давайте мы сделаем так. Подсюда. Сделал удержание 20 секунд. Чистая победа. Сделал удушающее. Чистая победа. Сделал болевой на руку. Чистая победа. Сделал болевой на ногу. Дисквалификация. Приготовились. Сейчас отсюда. Постарайтесь не проиграть. Вот смотрите, ребят. Постарайтесь не проиграть. Не можешь выиграть? Не проиграть. А если проигрываешь, так чтобы твой противник обосрался, чтобы он мог или весь был доктор. Макс, стоп, я извиняюсь, только Макс. Все борются? Макс. Еще раз сели. Отпускай Кристиана. Возьми одной рукой за пояс. Борешься одной рукой. Кристиан, на колени! Двумя руками он одной борется. Хаджина. Саня, я что сказал? Лечь! И сбоку, дави ему, души его, блин. Сопредал!
Саша, ляг на него сверху, дядя. Вот смотри, проиграл схватку. Ну ты чипанула. Голову между ног. Голову между ног, Каталин. Голову между ног. Между ног и на колени садись теперь. Иди, иди к нему, к нему, к нему. Сядь на колени, иди к нему. Голову между ног. Молодец. Голова между ног, уже прошу. Все, ушли, сели. Макс, олимпийский чемпион. Катерина, сидишь. Так и держи, так и держи, его не отпускай. Ну, еще минута осталось, он не выиграл, а ты не проиграл. Уходи, Саня, уходи, блин. Ляг на него, на живот, животом ложись, Миша. Хорошо, 30 секунд осталось. Молодец, Андрюха. Он. Он. Выиграл. Время. Маты. Итак, Макс у нас выиграл. Буга выиграл. А этот Буга, Миша, когда душишь под дзюдо, сразу здесь подъему, то есть отсюда надо душить. Саша, почему ты, когда делаешь прием, ложишься на спину? Если лежишь на спине, в драке лежишь на спине, значит на животе еще хуже. То есть что ты ложишься на спину, бля? Вот ты проиграл. Вот он лежит на животе, ляг на него сверху, и души, пока он начнет подниматься, задушит. И все. Так, здесь Максим выиграл, а здесь ничья. А здесь, можно сказать, Андрей выиграл у тебя, у которого сидел вчера. Почему выиграл? Ну, потому что он не проиграл, поэтому он выиграл. А ты не выиграл, потому что проиграл. Ты Андрюхе проиграл. Как проиграл? Я один раз выиграл. И ты сравниваешь его с собой? Это все равно, что борется Артур Максим. Вот так песни. Понимаешь? Он для тебя не должен быть соперником. Ты его должен щелкать как орешек. Вот ты должен его должен щелкать. А ты борешься с ними, не можешь иногда у них выиграть. Ты должен выиграть за счет... Я уже не говорю силы, за счет умения правильно бороться. Вот что ты хотел сделать? А зачем? Вот надо делать сначала удержание, а потом болевые. Он лежит на спине, держит ноги, если ты хочешь лежать. Ну тебе борьбой делать. Ну раз, два, но голова должна работать. Значит, зайди со стороны головы, возьми и ляг на него. Он устал, все, руки держит, потом руки упали, все, ты удержание делаешь. Все. А ты болевой хочешь сделать. Удержание, оно всегда считается. Всегда. Ты начал, оно же считает. А болевой удушающий можешь попытаться сделать, просто попытаться, да, оно не считается. Вот оно у тебя и понимаешь, из-за того, что ты неправильно последовательно сделал. Хочу болевой. А зачем тебе болевой? Делай удержание, сделай удержание, а потом скажи, можно еще футбол? Ну, пожалуйста, еще футбол. Тебе, Саша, ты берешь, хочешь переворачивать, переворачиваешь и ложишься на спину. Что это за переворот? Это она. Я не могу понять. Ты хочешь перевернуть, так ты стой на колени, переверни, пусть он на спину ляжет, а ты на колени. А если на спине лежишь, а он на колени, то, конечно, он выиграет. Так. Сейчас. Миша, иди сюда. Значит, еще раз показываю. Значит, сейчас мы делаем немножко. Без движения, без ничего, рука сверху, видите, для того лучше захватывать. Одна рука сверху, а одна сверху. Дальше что? Чуть-чуть руку.
поднимаю, делаю шаг, шею, подворачиваюсь, оп, и делаю просто аккуратно перетягиваю. Вопросы есть? Вы, ты и Кристиан, берете чучело и по три раза чучело бросаете. Пожалуйста, приготовились. Встали, приготовились. Да. Правильно, как правильно, Андрюк, отработка идет с тем партнером, с которым у тебя очень хорошо. Можно туда перенести? С тем партнером, с которым у тебя все хорошо. Ты можешь сделать 5 бросков, 1000, 2000. Да. Отработка одно, а борьба там уже другое. Сначала больше с тем партнером. Пошли. По 3 раза. Ты не помнишь, что я показывал? Помнишь, когда ты делал заднюю, держал руку снизу, он тебе вот через грудь. Одна рука снизу, одна за шею. Маш, там камера туда, с той стороны. Ну, чтоб камера видно было, Кристиан. Так. Макс, ты работаешь или смотришь? Макс, это не бросок, Макс. Это функция. Хорошо, сейчас делаем так. Берем отсюда, делаем бросок через бедро, и рука эта за шею идет, и через нее кувырок. То есть бросок через бедро с кувырком. Поднять надо сначала через грудь. Ну вот смотри, посмотри, как уменьшил он летит. Вот так и должен чучело, вот так и должен лететь. Вот. И круто, по 5 раз делай. Ты качешь. Не спеши, вот 5 раз и будь аккуратнее. Кристиан, ты будешь встать. Миша, рано падаешь. Брось, а потом кувырок сделай. То же самое, Андрей, не подпрыгивай. Кубок, а потом кубок Каталин переводит. Эй, Миша, куда ты падаешь? Брось сначала. Более. Так, Матвей, иди сюда оттуда. Артур, почему ты все время лежишь? Ну ты видел, чтоб я лежал? Нет, ну, должно быть уважение. Значит, еще раз, посмотрите. Что делаем? Поднимаем ручку. Да? Это рука здесь. Вот посмотрите движение. Раз, идите. Два. Раз, поворачивай, рука вверху, таз, оп, оп, и держим хорошо руку. Ой, блин, пацаны, нет, нет, ты сможешь сесть, но ты смотри. Еще раз, посмотрите, ножки чуть шире. Посмотрите, я поднял, дальше, рука и прижимаю к себе. То есть, если я возьму здесь, я его не прижму и не брошу. Вот под мышку. Нет, 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 посмотри. Раз, смотрю наверх, и руку вращаюсь. Все, дальше я не могу пойти. Что я делаю? Рука туда же, голова туда же. Таз.